дерево, а на нем лимоны. Но это же дуб или не дуб? А это лимоны или не лимоны? Не, вроде лимоны и вроде дуб. А почему на этом лимоне растут такие дерева? Кого? Может, наоборот, на таких деревьях лимоны растут? Нет, на таких деревьях лимоны не растут. Ты меня обманываешь. Кать, ну мы это строили на стриме с подписчиками. Вот это дерево с этими лимонами что-то означает, что-то символизирует. Может, ты догадаешься, что? Это же несложно, а? Ну мне кажется, оно символизирует дерево с лимонами. Ну, ты посчитай, сколько лимонов на этом дереве. Ой, сейчас посчитаю. Вообще, откуда я должна знать, что вы там с подписчиками на стриме строите? Я же не хожу на стрим. Ну, вот это, пописяк, это на стрим не ходит, но все остальные должны ходить каждый вторник, четверг, субботу в 7 вечера. Если не ходят, то такие же пописяки, как и Катя. Посчитай, сколько лимонов на дереве. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С другой стороны есть лимоны? Нет лимонов с другой стороны. Ну, 6 лимонов, и чё? 6 лимонов на дереве, понимаешь? Догадалась? Ну, плохое дерево какой-то, раз на нем всего лишь 6 лимонов выросло. Ну, вот и я говорю то, что плохое, что всего лишь 6 лимонов. Могло же быть больше лимонов, могло быть 7, 8, 9, 10. А когда будет здесь 10 миллионов, тогда появится уже бриллиантовый лимон. А? Ты на солнышке что-то перепёкся, по-моему. У тебя подсолнечный удар. Господи, Кать, ну я тебе последнюю попытку даю. Дерево, 6 миллионов. Недавно был праздник. Праздник... Ты спалился, ты сказал 6 миллионов. Ну вот, я случайно даже сказал 6 миллионов, а не 6 лимонов. Ну, 6 лимонов символизируют 6 миллионов. У меня же недавно праздник был. А, ну конечно, так я ж тебя поздравила, когда у тебя только-только стукнуло 6 миллионов. А сейчас-то я уже, конечно, забыла и не поняла, чё ты уж это самое, которое... Ай, просто ты не помнишь то, что недавно у нас у всех был праздник. Так, так и признайся. Просто не помнишь то, что у твоего парня 6 миллионов подписчиков. Ну, хорошо. Не очень, не очень приятно, да и... А как же мой подарок? У тебя не было никакого подарка. Это не очень приятно и это очень обидно на самом деле. Я сейчас пойду и заберу этот подарок, который тебе подарила. Какой ты мне подарок подарила-то? Ну все, я иду его забирать уже. Ты мне никакой подарок не дарила! Что ты меня перед подписчиками позоришь? Я дарила! Какой подарок ты мне дарила? Покажи! Давай вот не надо, это личное. Хорошо, да, сделаем вид, уже она мне дарила подарок. Все, хорошо, хорошо. Подарок... Ой, все, это был последний твой подарок. Так, так и не было никакого подарка. В том-то и прикол. Ты хватит меня в... Ай! Собака! Ну ты снайпер ядрить колотить, прям в дырочку эту меня засандалило. Да-да, это вот тебе за подарок, пойдем. Ну и чё ты там дуешься, ну, дулька, выгляни. Я ни на кого не дуюсь, я просто любуюсь красотами нашего города, вот и все. Ой, ну хорошо, ну давай, это, раз ты думаешь, что я тебе ничего не дарила, давай я тебе сегодня сделаю праздник, а? И какой ты мне праздник сегодня сделаешь? Ну не знаю, ну давай устроим дискотеку, закажем диджея, на флешку музыку скачаем, я не знаю, потанцуем, а? Слушай, ну стой там или поднимайся сюда ко мне давай. Ой, ну лучше бы ты, конечно, ко мне спрыгнул. Подожди, вот это ты, мать, реально гениша, гениша. Кстати, подписчики же под каждой серией нам писали вот это. Ты читала? Знаешь, что они писали в комментах? Так я поэтому тебе это и предлагаю, потому что я читала. Да, учитывая, что мы читаем все комментарии подписчиков, а комментарии не подписчиков, которые не подписаны на канал, не читаем, поэтому что, Катя, надо? Читать комментарии и быть подписанным на канал. Быть подписанным на канал. Многие говорили то, что в новой версии Майнкрафта, снэпшоте, появилась новая пластинка в аду в этих крепостях, бастионах новых. Какая-то свиная пластинка. Она из свиньи сделана? Ну нет, она для свиньи сделала. Типа свинюхам дискотеки вот это устраивать. Так, то есть получается в этом мире у нас пластинки попугаечные, а в том мире свинячие? Ну типа вот что такое, она вся такая красная и по центру золотая. Мы можем сейчас... Ну все, пока. Куда пока? Да ты подожди! Мы можем пойти за пластинкой, добыть ее и включить музыку, у нас будет настоящая дискотека. Ну ладно, пока так пока, значит топаем за Катей. Здорово. Проблема в том, что мы с тобой опять золотые шмотки вот эти не взяли.
А, у меня есть золотая конская броня. Ну, можешь на себя надеть, тебе как раз таки подойдет. Все, пошли в ту сторону, будем бастион искать. Погнали. Ну, в общем-то, это был 7-й класс. И реально тогда первые в жизни в мире появились колонки портативные. Вот знаешь, такие вот, которые вот сейчас все с ними ходят. А они у нас тогда только-только появились. Но мы, конечно же, начали слышать музыку во дворе, в школе. Нас в школе, конечно, за это ругали. И мы слышали Селену Гомес, Джастина Бибера мы слышали. Вот, что мы еще слышали? Что-то еще слышали. Нас, конечно, все ненавидели, все завидовали и ненавидели одновременно. Потому что у моей подружки у первой такая колонка появилась. Точнее, у ее брата, мы просто тырили. А можно, пожалуйста, просто спросить, на кой черт ты мне сейчас 10 минут рассказываешь про главную лаву? Главную лаву, я пойду! На кой черт ты сейчас мне про колонку эту рассказывала 10 минут, ты мне скажешь? Слушай, а нафига мы так долго идем и не можем найти уже эту вот... Что мы там не можем найти? Бастион! Кать, ну я-то откуда знаю? Ну он же редкий, ты его не можешь за секунду найти. Но это не значит, что ж ты мне должна рассказывать про портативную ядрить, колотить колонку. Ну о чем мне тебе еще рассказывать? Просто ж скучно идти. Давай быстро побежали, через этот лес надо нафиг пробежать бы как... Надо пробежать через этот лес как можно скорее, потому что здесь и вот эти хоглины, пиглины, гоблины, зомби, бибоглины и вот это все остальное. Я, кстати, бастион-то нашел, ты где? Я заблудилась. Давай за мной, я перед тобой, Кать! Давай. Ёперный театр, давай мы просто отсюда свалим и до свидания. Противные вы кабаняки, как у нас золото, не так сразу нападаете, фу. Иди сюда, давай спускайся, сейчас надо туда простроиться, у меня правда блоков вообще никаких нет, добывай блоки. Как они копаются. Как сложно. Конечно сложно, Катя, это ада, не хухры-мухры, тут все сложно. Лучше бы это были хухры-мухры. Главное, не упади, я тебя прошу. Я стараюсь, не понимаю, как это работает. Просто shift зажимаешь, правую кнопку тыкаешь, shift зажимаешь, правую кнопку тыкаешь. На, иди сам строй. Тихо. Ты там спокойно, то уши уже наострил на... Кать, он меня... Он сейчас остолкнет! Отойди! Тихо, он сам в лаву там шиндарахнулся только что. Все, давай, еще один вот этот с арбалетами, давай выстреливай их. Опа, молодец. Арбалетчица. Ты одним выстрелом двоих убила? Да, я такая, пойдем. Нифига себе, Катька снайперша просто. Если нам повезет в этом, в принципе... Стой! Что? Я не нубик. И зачем ты сейчас мне это сказала? Просто, чтобы ты знал. Хорошо. Если нам повезет, в этом бастионе мы с тобой сможем найти эту самую пластинку. Я на самом деле не знаю, как редко... Господи, я не... Она секунду назад сказала, что она не нубик. Она не виновата, что меня столкнули. Это не считается нубизмом. Ну как тебе сказать, мне кажется, считается. Ну блин, я же со спины не видела. Ну конечно, ладно, ты давай иди сюда назад. Я пока попробую здесь что-то найти, если у меня получится. Когда будешь рядом, позови меня. Я, опа, сундук, я пойду к тебе навстречу. Так. Я уже тут. Незеритовый лом! Чего? Нифига, я кусочек маленький незерита нашел. Это, конечно, не тот случай, когда Катя целый нагрудник нашла. Но хотя бы что-то. Так, золотые поножи и золотые ботинки. Все, можете сюда, больше нас бить не будут, когда ты дойдешь. Иди встреть меня, пожалуйста, я заблудилась. Я возле этого мостика, который мы построили. Чародейская книга на скорость души 3. Ну все, все богатства себе забрал. Мне, как обычно, ничего не досталось. Да ты подожди, я уверен, тут еще много всего будет интересного. Так, золото надо вот так напялить, труханы. Ты где? Ты меня встретишь, нет? А где ты? Ну я же сказала, возле мостика этого, который мы построили. Ты что так быстро прибежала? Сзади свинюха, кабанюха. Да вы бесите уже, ну можете отсюда уйти? Пожалуйста. Лови! О, а почему тебе труханы, а мне ботинки? Ну какая разница? Ну действительно. Все? Больше нас бить никто не будет. Ну, на этом тоже спасибо. Короче, Катя, ищем как можно больше сундуков. Находишь сундуки, лутай все, что там будет. Не находишь сундуки, ну значит не лутай все, что там будет. Понятно?
Хорошо, а ты где нашел уже сундучки? Ну я не знаю, где-то на втором этаже там какой-то сундук был. Просто бегает эти бастионы, как... О, господи, тут опасно, смотри в лаву опять, не упади, нубасосика. Хорошо? Я не нубасосика. Ага, сейчас опять лава упадет. Я еще одну книгу нашел на прочность 3! Я уже две книги нашел! Ой, давай, короче, я сегодня поотдыхаю, ты сам все поищешь, мне что-то не ведет. Арбалет, пронзающая стрела 3. Ну, заберем. Так. Я копаю, 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 и ничего, ни одного сундучка не вижу просто. А я золотой блок нашел здесь и золотой блок нашел там. Кать, мне кажется, ты каким-то не таким местом смотришь и реально ничего не находишь. Так, сгусток... Я нашел сундук! Молодец, давай, смотри, что там в нем. Если повезет, там будет что-то хорошее. Два золотых блока! Спектральные стрелы! Нормально, кстати, нормально. Так, надо повыше забраться. Пластинка, Лина Рейн, Пиг Степ. Еще раз? Пластинка Лина Рейн Биг Степ. Это то, что нам надо? Ты реально пластинку? А ты где? Ну, я где-то. Ну, скажи, где? Ты, подожди, ты сейчас смеешься или ты реально пластинку нашла? Так, ну смотри, я наверх... А, вот, вот, внизу, внизу. Вот, здорово, я тебе не верю. Дай посмотрю, так, в сторону. Аккуратно. Тут ничего нет, что обманываешь? Не нашла ты никакую пластинку. Потому что она у меня в руках. На, смотри. Красная пластинка с желтым, вот этим, с желтой серединкой. Big Step. Слушай, если на этой планете существует самый везучий человек, то, наверное, это ты. Она в двух бастионах, в первом нашла незеритовый нагрудник зачаренный, а здесь пластинку нашла. Ну, это просто я, как бы, ну, это все, на этом все сказано. Да-да-да, главное в лаву сейчас опять не стукнись, хорошо? Там еще были две пары по нож вот этих вот. Ну неплохо. О, господи, я еще один золотой блок нашел. Катя, уже полстака золота только что нашел. Это хорошо, золото всегда хорошо. Так, ну смотри, если мы с тобой пластинку нашли, это значит, что может домой потопаем и послушаем, что там за музыка такая новая, на? А она у нас дома-то играть будет или нужно здесь включать? Нет, нужно дома включать. Кстати, я еще один золотой блок вижу вот там. Давай за мной. Так, пластинка у нас есть. Идем сейчас, пихаем ее в проигрыватель. Устраиваем дискотеку, вечеринку просто на всю деревню. Кстати, у нас есть проигрыватель вроде на втором этаже в моей комнате. Поэтому идем туда, пошли. А почему в твоей комнате? А какая разница, в какой комнате стоит проигрыватель? Как бы музыку уже слышно на весь дом, нет? Ну, давай в зале поставим, так будет по-честному. Как будто ты часто музыку в Майнкрафте слушаешь, да? Ну, если эта пластинка будет прикольной, я буду слушать. Короче, ты готова или нет? Да, давай, я в предвкушении. Выруби. Че это за... Я побоюсь сказать это слово. Что это за фигня? Ну, может, мы... Подожди, может, мы с первого раза не расслышали? Не. Не годится. Это какой-то полнейший отстой. А, то есть из-за этого мы сейчас шли в ад, да, получается? Мы, наверное, потратили на это час, может быть, может, даже больше, чтобы услышать ту-ду-ду-ду. Ну, я не... Ну, может, это вот это какой-то, не знаю, индийский рэп, и, может, мы как-то не ценители этого рэпа. Ну, слушай, у меня есть другая идея для дискотеки. Тоже, кстати, в комментариях от подписчиков вычитал. Ну, допустим. Многие говорили, чтобы я тебе построил личную сцену. Учитывая то, что ты, как бы, Катя, ну, частенько любишь попеть в наших походах, в лодке и все остальное, мы тебе построим личную сцену, где ты будешь устраивать личные концерты каждый раз. Слушай, а давай я сама себе построю просто сцену и все. Ты так уже все в этой жизни построил. Давай мне блоки, ресурсы, дай что-нибудь, я пойду построю сама. Ну, хорошо, хорошо, давай. Надеюсь, у тебя все красиво получится. Блоки я тебе никакие давать не буду. Иди на склад, сама все возьми и пойдем строить. Окей, тогда дай мне минут 20. Какие 20 минут? 2 минуты, чтоб тут уже была. Одна нога тут, другая нога тут. Ну подожди, блин, я же так быстро не могу, мне надо спланировать сейчас. Планировщица. Так, ну начнем, пожалуй, с этого блока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Ой, перестаралась. А ты уверена, что ты сама справишься? Может тебе помочь? А может ты пойдешь пока чайку нальешь?
Ну хорошо, чтоб я пришел и здесь уже все было построено, хорошо? А, нет, так не годится. Стой здесь, чтоб все думали, что это реально я строю. Ты сейчас уйдешь, короче, потом, ага. Я за медом сгоняю и приду сюда. Все, строй! Ну да, потом все будут писать, что это ты построил, а не я. Ну это я построю. Ладно, буду здесь стоять и просто смотреть. Окей, чтоб все видели, что это она построила. Да, это я построила сама. Хоть и медленно, хоть и немножечко косячено, но это я построю. Все сама, и никто теперь мне не скажет, что я нубасися. Подтверждаю, все это она строила сама, я даже не прикасался. Я даже в шоке, то, что ты смогла такое все сама учудить, все сама. Да ладно, это же не сложно строиться, вроде как. Вот так вот. Все, сейчас поем, сейчас что-нибудь споем. Ну и финальный штрих. Катюшка, твой микрофон. Это спичка большая, переросток. Это микрофон. Твой выход. Забабахай нам сегодня дискотеку, не так, как вот эта пластинка, а нормальную дискотеку. Все, давай. И присядь там куда-нибудь. Так, хорошо, давайте присядем. Ну, в Майнкрафте сидеть нельзя. Давай, я просто постою вот здесь, вот так. Все, давай. Сейчас выйду, сейчас тихо. Все, можно выходить? Ну давай, ты там скоро. Все, выхожу. Песня. Не смейся, я стесняюсь. Давай. Я так привыкла жить одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай! Что принести? Стоп! Спето, снято, все! Куда ты разогналась-то? Я еще Киркорова могу. Давай, не надо Киркорова, давай уже в следующей серии, только не сейчас, пожалуйста. А чё? Там второй куплет еще есть. Ну давай, не надо второй куплет, давай, все хватит. Ты спела просто отлично, 10 баллов из 10. Спасибо. Слушай, мне кажется, зря мы записываем эту серию, потому что после вот этого выступления, которое увидели, не только я, еще и подписчики, наверное, подписчики сейчас под каждой серией будут требовать, чтобы ты тут каждый раз что-то пела, а? Я не против, я буду петь. Надеюсь, сейчас соседи не проснулись, потому что у меня 3 часа ночи. Ладно, грустная музыка грустной музыкой, но давай я поставлю свою пластинку, и мы сейчас с тобой, мать, по-настоящему затусим. Давай, я не против, тем более уже ночь. Мы как будто с тобой в ночном клубе. Ну тогда, мать, давай, расчехляй панталоны. Сейчас будет настоящий диско-клуба, техно-танц. И погнали! 3, 4, и... Опа, вот, поехала жара по трубам. Опа, давай, мать, тряси булками, да. Давай, и раз, и два, и три. И раз, и три, и восемь. И раз, и Все, ты разошелся сильно. Все, тихо.